Итак, добрый день. Вы на канале «Наше дело». Меня зовут Сергей, это Дмитрий. Это Сергей. Мы бы хотели рассказать, как мы работаем, живем, отдыхаем. Мы живем, снимаем квартиру, мы оба приезжие. Так случилось, что это бывшая огромная страна, ну, с разных концов. Поэтому жизнь нас свела, мы работаем, мы снимаем... Этого сценария не было. Ничего страшного. Мы снимаем эту пекарню, мы работаем, ну, как бы на себя. Ну, свои нюансы есть, плюсы и минусы везде, поэтому мы расскажем обо всем. В общем, у нас есть много очень интересного. Мы любим отдыхать, путешествовать по морю, как я смеюсь. Ну, путешествуем, да, путешествуем мы, конечно, по южному побережью. А так, у нас есть что рассказать, показать. В общем, покажем, как мы живем, как мы работаем. Да-да-да. Наши работы. Какие-то тонкости. Нюансы. Красот много в нашем регионе. Так что есть что посмотреть. Я думаю, что многие захотят даже здесь побывать. Надо будет обязательно съездить еще на iPad. Да, очень. Никак не можем попасть на него. Ну да, вы знаете, мы занятые люди, мы же сутками работаем. Мы работаем с 7 утра и до 7 вечера. В общем, мы делаем абсолютно все сами. Моем, стираем, гладим, печем, готовим. Нас не вопрос. Если нам надо какие что-то... Какие обеды, выпечка, все подряд. Да. Мы как китайцы, если нам надо что-то повторить, мы от безделья повторим. Сережа более такой степенный, а я начинаю горлопанить с 7 утра. И кончается только где-нибудь 11:30, когда я успокаиваюсь, понимаю, что все сделал. Мне надо быстро все закидать, заполнить и успокоиться. Так что... Я более щепетильно подхожу к работе. Да, более Сережи, тщательно все делаю. У Сережи много очень красивой выпечки. Но скорости у него меньше, чем у меня. У меня бывают такие ужасы, но зато у меня одно за одно отлетает. Покажу, как-нибудь ватрушку показать надо будет. Да, ватрушки, конечно, мы посмотрели много каналов, но такого ужаса мы не видели. Все-таки не, наша ватрушка просто шедевр. Поэтому мы ознакомим вас обязательно с нашим шедевром. Я расскажу, как слою тесто. Очень примитивно и просто. Без всяких долгих поэм. И я думаю, что это будет... Расскажем, как делаем песочное тесто, песочно-дрожжевое, слоеное, слоено-дрожжевое, тесто для маффинов, для круассанов. У нас тест очень много. Да, слоенку сделаем дрожжевую и не дрожжевую. И, ну, от безделия мы делаем все. Не знаю, может, не от безделия. Но мы делаем, ну, нормально. Много тест. У нас много любимых покупателей, которые ходят. Сережа торгует... Ну, а я где-нибудь в подсобке. Да, как я и говорил, я и кассир, и пекарь, и повар. Дмитрий также и пекарь, и повар. По большей части пекарь-повар. На кассе он редко подрабатывает. В основном я. У меня внешность не та, чтобы привлекать клиентов. Так что это как сказать. Поэтому я не знаю даже, что еще сказать. Так что... Надеюсь, что многим понравится. Критику мы тоже принимаем. Рецепты мы принимаем любые. Можете нам скидывать, очень будет много рецептов интересных. Можем с вами их повторить, у кого какой будет результат, не вопрос. Можете скинуть свои печенюшки любимые. Вдруг я смогу заняться плодиатом и повторю ваш. Так что. А вы сможете повторить мое. Мне скоро 50 лет, меня уже не удивишь ничем в этой жизни. Я видал все, и хорошее, и плохое, поэтому... Так что подписывайтесь на наш канал. Как говорят, лайк, коммент, подписка. Оставляйте комментарии, пожелания, предпочтения. Будем рады всем. Любую критику можете написать, да? Сразу говорю, я толстенький, я 30 килограмм наел за год. Просто запасался на холодную... Думаю, это информация. Почему? Ты ждал холодную зиму, она, зараза, не пришла, а сало осталось. Да, зима в этом году теплая. Да, очень хорошая, теплая. У нас очень мягкий климат. Мне безумно нравится здесь. Сейчас тепло. Цвести начинает все. Ну, грех не жить, миндаль не уже радуется. Цветет. Да? Так что начало марта, миндаль уже цветет. Поэтому мы будем рады любому исходу нашей жизни, любой к вашей критике. Я думаю, достаточно. Люди и так поняли. Ну, не знаю, как поняли, не поняли. Вот наши печушки есть. Печенюшки. Печушки, печенюшки. Так что вот так. Но это уже конец рабочего дня, мы записываем, поэтому у нас это остаток. Начало рабочего дня, у нас много самсы и много слоеной выпечки.